Хейо, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру по названию Dark Media Times. Как вы помните, мы выбрались, как я понял, с земли, убили какого-то скелетного червя, и теперь мы находимся снаружи, на кладбище. Мы уже немного здесь полазили, бла-бла-бла, все такое. Там что-то снизу есть опасное? Ясно. Я немножко туплю все равно в управлении, поэтому не злитесь. Фогер. Непонятно, ладно. У нас есть здесь еще даже диалоги. Так. Keep praying, mature. We level alone. Короче, он всегда одинокий, и он, походу, этот. Местный. Вы знаете, вот эти, которые ходят, типа, могилу проверяют. Так я эту одну потратил. Хилку. Тащи острова. Этих мы ваншотим. А что там снизу типа было? Просто падаем вниз. Заперто. Да, вот это на стрелочку прыжок, это не очень удобно. А не, сейчас посмотрим, что там снизу было. Так, X с той стороны чисто нихера. Управление более-менее отзывчивое. Поинты, всякие бутылочки. Зачем они мне? Я вот только вижу вот помидор, который можно юзать. Все. Помидор — это юзабельный предмет. Остальное как-то... Может, ну да, скорее всего, это крафтится, можно. Второе, что меня интересует, это когда я умираю. Что? Что мне, типа, из этого происходит? А. Они их лучше-то не издыхают просто. У меня забирают чисто все просто души. Прикосновением они нам ничего не наносят. Это хорошо. Прикосновением они нам ничего не сделают. Нифига себе. Но она ломается. Эта фигня ломается. Я надеюсь. Но урон наносится. Давайте еще три раза так сделаю и все. Если нет, то пойдем отсюда. Ну, давайте до 5. Ой, я забыл запустить тайминг. Вот, все нормально. Да, походу нам нужно какой-то предмет специальный, чтобы это сделать. Так и проверить, падает ли он у меня. А ну нахер, сейчас вообще упаду. Какая-то херь. О, вижу костер. Ползущий зомби. Так, левел.
она их еще нормально стопит. Нихера. Почти 2000. Но это на самом деле много дает душ. Сделали немножко, хотя бы поменьше. Я хочу пройти туда и посмотреть, что там у нас. Такое, типа и крит, и не крит. Ага, нам нужно какой-то червивый ключ. Интересно. Интересненько. На веревке я драться не могу. Как бы ни было прискорбно. Нифига себе ты наносишь. Нифига себе. Я мертв. У него просто нету задержки. Пофиксить этого парня. Типа он видит и начинает чисто херечить. Просто пфф, без остановок. Может быть здесь именно так не сделано. Ага, после смерти у нас, да, у нас тратятся души. И нам нужно просто подобрать и забрать. Ты гомнюк. Чё? Вот о чем я говорю, видите, он просто бьет, 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 бьет без остановки. Значит, такая загрузки, если она будет постоянно, это плохо. Мне нужно его убить. Чтобы я смог снова прокачаться. Еще раз нужно грохнуть. Ну, нас, смотрите, вот эти стройматериалы тоже, типа, восстанавливаются. А нет. Походу, только после смерти. Не робит. Да, я походу падаю с этих. Давайте я прокачаю тогда силу. И пойдем наверх. Какой-то гробик. Утроба с врагами. Такое. Пойди. Мне туда не вариант идти. Если самый назад идти, тогда я сохранюсь. А, нет, вот есть что-то. Воу-воу-воу! Так, зомби могут плюваться. Неожиданно. Зомби неожиданно научились плюваться. Нифига, это значит, он просто сделает дохера так. Блять, мне что, душ хватает?
Парень. Ну, мне нужно урон чисто прокачивать. Хотя можно. Давайте до. Не, за счет этого буду. За счет урона прокачаюсь. По хп. Так, мне нужно 8000. Гробик. Да, ладно. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 атак он делает. Не очень сбалансированный урон по персонажу. В первую очередь. Если взять Dark Souls, в Dark Souls мы видим хотя бы сколько у противника нашего ХП. И там можно хотя бы отойти в сторону. Здесь же у нас эту возможность. Ага, это типа еще у нас плюс мины. Это у нас плюс еще мины. Не знаю, почему, типа, когда мы падаем куда-то вниз, мы задыхаем. Как задыхаем? Минус 250. Короче, вряд 50% нам наносят. Помогам. За цепи я, походу, цепляться не могу. Это вот немного плохо. Так, здесь нужно будет попытаться запрыгнуть, не упасть. Здесь хотя бы... А, видите, траву запихнули не туда. Эх, там не должно быть травы. Уж вскоре это все исправят. Жопа. Минус. Ну понятно, что мне туда нужно. Что за гробики? Типа телепортов. Мы открыли с вами сокращение пути. Да, видите, типа меня убили, и руда восстановилась. Типа я что, теряю руды? Нужно еще посмотреть, как работает у нас здесь этот местный. Поехали. Лучше забраться выше. Ай-яй-яй-яй. Там наверху кристаллы непонятные. Я пока что не понимаю одной вещи. Куда мне идти? Так, ладно, понял. Допустим, понял. Как мне помогает мой вот этот миньон? На жизни как? Так, мы запустили деву. Что с этого вообще можно скрафтить? Ага, это у нас хилки. Так, восстанавливали 200-400 хп. Это у нас... Дейл Натурал Дамаг. Это с камень. Питательный камень, который наносит 100 дамаги.
Здесь у нас чисто все активное. И это чисто у нас все по хпшке. Вот это у нас получается обычные материалы, которые могут быть 999 штук. Потерянные души. Как это пока что крафтить, я не знаю. Хороший урон. Плюс 10 дамаги. Но тратит больше стамины. Ладно, с этим вот не беда. Фарм, походу, здесь обязательный. Именно добыча вот этого лута, все такое. Без этого никуда. Я не допрыгну там. Нужен какой-то органический ключ. Опа, они могут прыгать. Запомнил. Плюс два камня хила. Мужики с копьями. Ну вас нафиг. Так, это я открыл дверь. Это я тоже сокращение все пути открыл. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, Energy Claw. Какой-то энергетический мне нужно найти что-то-то там. Только вопрос, где его искать? Остается закрытым. Великолепно. Великолепно. Урон я не вижу, чтобы именно как-то уменьшался, прибавлялся. Да, что-то по урону здесь не очень как-то. Именно внешне. Ай, коцнул. Да, мне не вариант идти. Так, сокращение пути. Пока что я в недоумении. Куда мне идти? Вот, как у меня сейчас стоит вопрос. Куда мне идти? Я даю до хера хилок. Я не уверен, помогут ли они мне. Типа, здесь есть что-то? Я не уверен. Она не спускается. А, я сюда еще не ходил, точно. Здесь у нас эти кабаны. Здесь у нас кабаны, это я вспомнил. Так, поле мертвых. Скорее всего, мне нужно спуститься вниз к кабанам этим. А нет, тут все-таки я ошибся. Здесь есть у нас показатель ХП. Он довольно глупо сделанный. Ну как, не глупо, а непонятно. Вот как мне их рухнуть? Типа я не могу их убить, но мне нужно попасть к тому сундуку. Так как я не могу к нему попасть, логично понять, что...
Эх, блин. У нас нет, получается, какого-то мини-бессмертия, если мы теряем эту силу. Так мне легче здесь прыгнуть. Но я их не убью. Хоть я и качал себе все. Почти все. Урон. Я не могу свободно сказать то, что я вот сейчас возьму и грохну. Вот, как мне туда попасть? А ну отвези меня туда скорей. Так, это у нас грубик с сокращением. Да, все. Значит, я нашел туда, куда мне нужно идти. Мне идет разрыв экрана, хотя у меня синхронка подрублена. Опять тайминги. Ой, ну вот это уже дико. Готово. Так, следующий рычаг, который мне не нужен. Энергия. Ау. Ладно, плевать. Плевать. Что это у нас за спуск? Там кто-то наверху был, я видел. И у нас идет снова развилка. В этот раз в три места. Так, давайте там, где рычажок, спущусь. Ой, как вы там мне представляете? Не, я как бы с одной стороны понимаю, с другой, не убьет ли меня? Поэтому я и спросил. Нет, не убило. Бундук. Скорее всего, если оно зеленое, значит оно юзабельное. А если юзабельное, значит оно полезное. В некоторых случаях. Так, здесь нам нужно, понятное дело, вилочку взять. Другого способа не вижу. Как это дело провернуть? Чтобы они меня плюс при этом не убили. Сейчас двоих угрохну. Ласт последним ударом. В смысле, ты должен был тоже умереть? О, молодец. Слишком непонятно много ресурсов. О, старичок. Дерево, нужно дерево. Дерево — это жизнь. Жизнь — это что-то такое там. А типа мне нужно какие-то 20 деревяшек. Так, ну... А сколько у меня их?
Но он мне даст вором ключ, походу. Либо говоря по-другому, он мне даст ключ. Так, по инвентарю, что у нас? Протеин, да, у нас дается дамаг. Увеличивается на какой-то промежуток времени. А, у меня только 7. Сори. Придется тебе подождать какой-то промежуток времени. Надеюсь, не умрешь. Мне костер нужен. Мне малёха нужен костер. Немножечко, немножечко. Так, вот это вот плохо. Кабанчиком. Что вот это за штуковина? Она убивается. Это типа и кольцо, и не кольцо. Убил. Я лучше построю мостик. Так, какой-то зомбя. Вилки. Мертвый зомби. Ого. Ого. И где-то я? Пытайся вспомнить, да? Так, карта. Почему я не могу юзать карту? А так угадывать я не хочу. О, костер. Штяк. Левел ап. Так. И у нас достаточно хп уже. А, пускай он создает их. Да, главное, короче, вовремя тоже юзать вот эти подъемы-неподъемы. Теперь, говорится, вспомни, куда идти. Ай-яй, это плохо. Я туда не могу, да, прыгнуть? Мне нужен живой вот этот куст, живое дерево, чтобы туда запрыгнуть. Это не вариант. Это я в самое начало возвращаюсь. Ой, боже. Да, вот это мучение начинается. С пониманием, куда идти. Нет.
Нет, 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 зачем ты посмотрел в эту трубу? Ты должен мне рассказать, куда мне идти. Еще мне самому нужно вспомнить, куда я шел. Это пойдем наверх. Мне нужно по нему туда подняться. Да, кажись по нему. Мы здесь поднимаемся к двум этим друзьям. Ай. Ух ты ж, ё-моё! Нужно хилиться. Он, на мне проклятие висит. Так, ладно, сразу спускаем вниз. Я понял эту игру. Нужно сразу все сделать. Потому что после этого будет жопа. Ладно, сойдет. Так, после я задался вопросом, куда мне тут идти. Мы спустились вниз. Это у нас телепорт. Жалко, что их вызывать нельзя. Ага, я спустил что-то вниз. Значит, мне это пока что не нужно. Я пошел в сторону со скелетами, да? Или нет? Сейчас важно. Это сейчас очень важно. Так, это создатель малюток. Так, кажись, я там был. В той стороне. Да, я там был. Я там был. Ну. А думаешь? Так, у нас есть переход на следующую локацию. Ай, больно. Что, куда ты меня телепортируешь? Добро. Открой сундук и умри. Ради скелетиков, да, это я делал? Допустим, так. Здесь мне некуда идти. Наверх тоже не пойти. Что, вы пойдете вниз падать? Нет, не пойдут. И здесь у нас следующая локация. Мне сохраниться нужно. И здесь вот запутано то, что не могу использовать карту. Почему? Она мне дана в меню. Типа ее еще не сделали. Когда закончится тогда альфа. Так, старое кладбище. Здорово. Глутон. Гиф, дай еды. Я очень голодный. Ласка, может травы тебе дать?
Я не знаю, что он хочет. Я ему ни хера не дам. Или на этом. Я купил. Черт. Он типа торгаша местного. А где то, что я трачу? 24 типа покупаю и трачу за 6, ну продаю. Ладно. Пока что не очень-то ясно. Так, сохраниться, прокачаться. У меня как раз 12 тысяч. Боже, место на босса. Ого. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Дело в том, что я не могу сразу заюзать перекат. Вторая фаза у него тоже, вижу, есть. Какой-то Франкенштейн. Замечу то, что у него две головы. Одна большая и одна маленькая. Это сложно. Типа, смотря на то, что я прокачанный, это сложно. Вот видите, у него на плече типа еще одна рука. Ой-ой-ой. Так он намного по мне еще и попал. Блин, я что-то не засмотрелся на гоньки. И радар, пускай, типа, знаете, когда мало хп, типа, мигает. Тьф-тьф-тьф. Экран. Хотя, от чего он может мигать? Чего экран может мигать? Сильный, сильный босс. Типа первую фазу можно понять, то вторую нет. Thank you.
Третья фаза. Перекаты, перекаты. О. Убит. Служечно. Если считать то, что он как бы кера 42 000. Жесткий типчик. Фигня в том, что он как бы запыляет свои фиговинки, и началась следующая фаза. Ну, хотя наши его огни можно тоже перекатываться, поэтому я что, серьезно за это цепляться, да, не могу. Да. Я, блин, нужно было заюзать сильные атаки, что я протупил насчет этого, но ладно. Так, переход в новую локацию. Прошлой серии мы какого-то мясника убили, походили по верхней части кладбища. Оу, оказывается, это конец? Спасибо, что играли. Фил, типа, фритейлинг, это бесплатная типа версия, you don't worry Facebook, вы можете, ну, не расстраивать, если типа того. На Фейсбуке есть, короче, импортные типа данные и все такое. Вы открыли Дагишн, непонятно что. Так, оцените или типа, скорее всего, оцените канал и новые что-то там апгрейды для Dark Media Times. Увидимся типа с следующей демо. Сделали ее Рикардо Френч и Гивенни Френч. Короче, два брата. Окей, тогда я тот конец обрежу. Конечно, вы, скорее всего, этого не заметите. И в этот я прилеплю. На самом деле, давайте я скажу сразу, что мне понравилось, что не очень. Мне понравилась сама атмосфера игры. Типа нам рассказывают про какого-то скелета. Хотя это везде, да, в Dark Souls там же. Но здесь мы попадаем, типа, в земле очнулись. Из нее выбираемся в какую-то поверхность. У нас уже было показано два босса. Это земляной червь, или опарыш, огромный скелет. И вот это, типа, мясник. Мясник довольно прикольный. Можно заметить несколько фаз у боссов. У первого, конечно, была только одна фаза, это быстро бежать на врага и рыть землю. У второго же босса, оказывается, есть три фазы. Первая фаза — это когда он просто атакует топором, потом мы отнимаем у него где-то 40% хп из 100. Он как бы улучшается и юзает свой фонарь стоящих духов. Духи можно доджить, поэтому это не очень так сложно будет в какой-то степени. Главное, чтобы у вас хватало стамины. Потом он в какую-то агрессию падает. Не знаю, что это за агрессия, но что она вообще на самом деле дала. Скорее всего, что он часто юзает фонарь. Maybe. Я не уверен. Потом у нас есть с вами... Давайте я просто покажу. Сразу было видно торговец, есть миссии, значит есть мини-сюжеты. Есть у нас прокачка, то есть мы можем как-то хотя бы повлиять на саму игру. Есть, да, некоторые в основном взяты это все из Dark Souls. Это у нас даже G, стамина, короче говоря, статистика. Те же души, выпадают души, просто подходим и их забираем. Скорее, когда их не забираем, они пропадут у нас. У нас есть с вами торговец, который снизу. Так. Эти я вообще не юзал. Вот, у нас есть миссии. Первая типа миссия — это про старика-воина. Я не знаю, на что это было вообще рассчитано, но мне нихера за это не дали. Так, это закрыто и travel закрыто. Как? Так. Лифт.
Ага, типа вернуться с костра в этим. Как-то так. Конечно, мне вот эта система не нравится именно по уничтожению предметов и собиранию из них лута. Для того, чтобы скрафтить тот же маленький сундучок, чтобы забраться там выше куда-то. Блин, а там хотя что-то есть на самом деле. Меня туда не хотят пускать. Можно собрать косточки и сходить к тому мужику, у которого типа дерево. Чтобы нам либо открыл дверь, я не знаю, либо типа того. Пускай поменяет индикатор немного. Что сверху? Иконку. Хотя нормально, ладно. Главное, чтобы вот это немного изменили. Именно где вот это ХП, маны и стамина. И немножко поменяли отношение по экрану, по которое влияет, когда у нас мало, допустим, ХП. Допустим, пускай у нас, знаете, типа немного темнеет экран, типа по бокам, ну, вокруг, да, вот персонажа, где-то в районе, вот, примерно покажу, вот, где я сейчас стою, и в районе там, где вот фонарь, да, вот светится. И в это вот где-то расстояние от левой части экрана до фонаря все так начинает мигать либо оранжевым, либо, знаете, таким пурпурным, хотел сказать, короче, красным цветом. И показывает, что на нашем индикаторе ХП уж очень мало ХП. Вот так, всем спасибо за игру, за просмотр, все такое. Будем ждать full версию или когда выйдет бета, и продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Как я и говорю, я начинаю повторяться и бла-бла-бла. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.